корейском есть такое слово «иньон». Оно означает «провидение» или «судьба». Ты веришь в такие вещи? Да, ведь некоторые мужчины на такое ведутся. Как красиво. Двое влюбленных встречаются спустя 20 лет и понимают, что что-то друг для друга значит. Только мне в этой истории отведена роль злобного мужа, стоящего на пути судьбы. Дурак. Долгие годы он оставался для меня тем мальчиком, и думаю, я по нему скучала. А он по тебе скучал? Хэсон! Ух ты, какой ты стал. Вау. Надо же. Это правда ты? Вау. Это так круто. Что круто? Просто говорить с тобой. Он летел сюда 13 часов. Я не стану просить тебя не видеться с ним. Иногда я думаю, как бы все сложилось, если бы ты не уехала. Стали бы мы встречаться, расстались бы или поженились. Были бы у нас дети. Зачем ты меня искал? Просто хотел увидеть тебя еще раз. Даже двое случайных незнакомцев, которые лишь однажды столкнулись на шумной улице, могут попасть в сети иньон и запутаться навсегда. Thank you.